На Южную Корею обрушился тайфун Чабу. Он сопровождается проливным дождем и сильным ветром. Улицы прибрежных городов потоплены, машины на них буквально тонут. Вот как все выглядит сейчас. Уже известно, что стихия унесла жизни 7 человек. Тайфун оставил без электроэнергии свыше 200 тысяч домов. На ликвидацию последствий бедствия отправлены 5 тысяч военных. Подсчитано, что Чаба нанес ущерб на 70 с лишним миллионов долларов.